Здравствуйте. 11 ноября 2021 года. Вот, я сегодня хочу перевести вот такой пасынок, который уже зацвел, просто поставить на фитильный полив. Я что хочу сказать? У нас у многих бывает, у всех, ну, у большинства практически такая ситуация бывает, что мы, когда укореняем пасынки, там детки, они стоят в тепличках, и бывает, что даже незаметно где-то там раз, и смотришь, вот как я залезла, он у меня стоял в мешочке вот так, пасынок укорененный. И вот я смотрю, он у меня уже начинает, ну, бутон набрал. И я вроде его еще 3 дня назад еще достала. Вот так мешочек, конечно, я вот так вот уже подержала. Он вот так вот у меня был приоткрытый, чтобы адаптировался. И вот сегодня опять я про него вспомнила, сейчас залезла и увидела. И вот я его хочу перевести на фитильный полив. Вот многие боятся фитильного полива, но вот такую какую-нибудь деточку или пасыночек попробуйте просто поставить на фитильный полив. Просто для пробы, чтобы вы не боялись. Вот я, где вот она у меня, вот, вот эту цветущую глоксинию, уже цветущая она была. Я, у меня есть видео, я просто перевела на фитильный полив, и вот она у меня цветет. А вот здесь вот у меня вот осталось, это вот белый колокол опять опылила я с одной сиреневой розой. Ну, значит, вот, будем смотреть, что будет происходить. Там видно, да, завязалась там, не вижу я там. В общем, все, завязалась там головка. И вот что теперь я хочу сказать. Все, уже он у меня к воздуху адаптировался. Сейчас мешочку беру. 100-граммовые рюмочки. Я взяла с двух сторон, вот ножничками прорезала и провела вот так акриловую нить. Можно колготки, хоть что, вот разницы нету. Главное, чтобы она была синтетическая. Все. И прям в этом стаканчике я хочу поставить вот сюда. Вот так прям просто поставлю, и все. И вот уже будет она у меня на фитильном поливе. Все легко и просто. Теперь что про нить я хотела сказать, что сколько водички надо, столько она пить и будет. Теперь, если бы я пересадила вот этот пасынок, ну, вот в 500-граммовый горшочек, он же уже стоит с бутонами, и ему снова нужно будет набирать это сил, выпускать корни, ну, в общем, чтобы обрасти весь этот горшочек корнями. Поэтому, ну, бутон будет стоять как бы мертвый, замрет на месте. Вот я его просто переведу, и вот через несколько дней я вам покажу, что он у меня будет цвести. Вот так вот легко и просто. А тут мои красотульки. Тут вот еще начинают, хотят распускаться. Так что вот. Вот это немножко, видите, как все легко и просто. Не бойтесь, попробуйте. Лето впереди, уедете в сад, поставите на фитильный полив, на 1,5-литровую бутылку. И, пожалуйста, у вас все спокойно, все будет цвести и расти дома. Это пробный вариант. Так, как у меня уже он с бутончиком, я сюда налила водички уже вместе с удобрением. Фертика Люкс 0,5 в шприце на литр воды. Вот я так сейчас делаю. Я иногда делала 0,2, 0,3, но думаю, пусть побольше будет, потому что что-то я смотрела, что больно не хотят они вот так слишком открываться бутончики. Поэтому я сейчас делаю 0,5 в шприце на литр воды. Вот уже потому что оно с бутончиками, поэтому уже я и сразу фертикой удобряю. Ну и все. Вот такая красота. Так, вот это еще интересно, что хочу сказать. Вот это же моя мини-глоксиния «Морозное утро». Когда первые бутоны отцвели, я их обрезала. Тут у меня следующие пошли. Следующие. Вот эти уже большенькие выросли. А тут смотрю, еще идут и идут и идут. Это же вообще, я такая довольная и счастливая. Пусть растут и цветут, ничего пока убирать не буду. Но я уже все-таки один пасынок убрала и укоренила.
Так что вот такая красота. Ну все, на доброй, хорошей ноте заканчиваю свое видео. Всем всего доброго. Пока-пока. Такая красота. Ой, мелкая мне помогает 4 года, Виолетка. Сколько дней со мной. Все, всем всего доброго.